Сегодня мы, ребят, попробуем новый отряд, который посоветовал мне мой же подписчик. Это классно, когда я читаю комментарии и вижу какие-то советы, это определенно круто. И плюс, конечно же, откроем наборы, посмотрим, что мне выпадет из набора за 350 душ. Две алмазные карты в подряд — это хорошо, но 4 алмазные карты в подряд — это ты уже зажрался, какого хера ты ждешь эти наборы, что он каждый раз будет тебе выдавать алмазную карту. Нет, это так не работает, поэтому, скорее всего, сегодня игра мне покажет жест доброй воли и скажет, что нет, сегодня ты получишь отдельного персонажа, но золотого. Ну, я так предполагаю. А вообще, это 72-й день пути новичка, поэтому я перехожу прямо сейчас в игру. Ну, не сказать, что это вообще путь новичка, уже путь среднячка, грудничка, да кого угодно, только не новичка определенно. И поэтому стоит начать. Поехали! Также, ребят, на самом лучшем сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И самое главное, помни, на сайте gamegold.ru самые низкие цены и самая быстрая доставка. Вот такая вот ситуация, да-да-да, не рофлю, ссылочка в описании будет. И что у нас здесь происходит? Вот он, отряд, который мне посоветовал подписчик, и прямо сейчас мы будем им играть. Я не буду критиковать этот отряд, потому что я, в принципе, не знаю, вдруг он реально поможет мне пройти этот поединок. Мне еще, кстати, говорили скорпионы здесь ударной группы поставить вместо кабанчика, таким образом, как бы скорпионом отыгрывать, он будет спасаться, и, в принципе, все будет хорошо. Но я не готов так играть, я готов играть вот именно так. Поэтому будем пробовать прямо сейчас это делать. Ну что ж, первый бой, поехали. Будем сражаться, будем побеждать, наверное. Не уверен на самом-то деле, поэтому будем вообще смотреть, что сейчас будет происходить. Первым делом это огоньки, которые я вешаю. 3 огонька, это четко. Я убрал Таню, поэтому 5 мы здесь не ждем. Было бы, конечно, классно, если бы 5 огоньков сработало. Это было бы просто потрясно. Но тут достаточно и того, что есть. Но вот здесь бы сработало 2 огонька, и они были бы долгими. Поэтому, в принципе, я бы с Таней уже Сабыча бы, ну, вырезал, да, грубо говоря. Вырезал бы и избавился от него. Но это далеко не тот персонаж, который нужен. И поэтому вот такие вот проблемки. Здесь замену нужно юзать. Видите, привязка. И далее мы сразу же спецприем вешаем. Таким образом я повесил и отравление, и привязку. Ой-ой-ой-ой, вот тут вот ошибку я сделал небольшую. Давай, давай, живи, 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 исчезни. Оба! И вот тут вот мы как раз таки и атакуем. Привязка до сих пор работает, плюс на нем работает и отравление, и огонь. Это говорит нам о том, что бой получается прям огонь-огонь. Прям жесткий огонь. Поэтому пробуем сейчас выцепить. И добиваем, хотел сказать я, но ни хрена не добиваем. Так, раз, два, три. Ой-ой-ой-ой-ой, это ошибка выжившего, ребят. Это ошибка выжившего. Вот здесь бы мне как раз таки и пригодилось бы. Блин, она сейчас хилиться начнет. Эх, шит. О, смотрите, впервые на ваших глазах сработал костяной щит. Ну, да, я здесь совершил ошибку. Я ее признаю. Мне кажется, самое главное в такие ситуации — это признавать свои ошибки. Признав свою ошибку, ты понимаешь, что ты сделал что-то неправильно. Что ты сделал что-то в корне неверно. Но при этом ты это признал. А это важно. Наверное. Ну, я так буду все-таки предполагать, потому что так как-то легче воспринимать косяк, который я допустил. Зачем я выбрал Сабыча? Для чего я это сделал? Ну, это проигрыш, пацаны. Пацаны, это проигрыш. Опа, хорош, оглушить меня захотела, мгась. Так, ну давайте мы ее оглушим сами. Так, раз, два, три. Давай, замена. Скорпион, ну че ж ты такой тупорылый, не выскочил-то вовремя.
Блин, ну здесь меня добили, конечно, определенно. Тут даже к бабке не ходи, тут проигрыш, постоянный проигрыш. Но, кстати, шансы есть. Вот если бы здесь не срабатывала, получается, вот эта вот штука с заморозкой, то, в принципе, шансы есть. И неплохие, кстати, шансы. Но я же понимаю, что сейчас все сработает, замедление. И она снова спецприем 2 юзает и добивает с хилкой, к тому же еще с хилочкой, с хилочкой. Но смотрите, данный поединок сыгран был в разы лучше. Будем честными. Я честный. Он сыгран лучше. В разы. Отряд хороший. Но опять же, на своих каких-то определенных нюансах. Не все хорошо, не все гладко, но отряд стоящий. Пройду ли я М171 поединок, непонятно. Скорее всего, нет. Но опять же, тут косяк у меня вышел, я его признаю. Давайте сейчас не будем трогать Сабыча, он и так настрадался в предыдущем бою. Он такой, наверное, в смысле я? Какого хрена я-то вышел? Я вообще выходить не должен. Только если добьют какого-то из твоих грудничков, тогда уже и выпускай. Мне кажется, суждение было довольно-таки верным у данного персонажа, но... Но что-то пошло не по плану. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все пошло не по плану. Все идет не по плану. О, все, отлично. Отлично, все, теперь план Е. Как я не люблю, когда персонажи перебивают. Они вот настолько сильно мне с котами в эти моменты кажутся. Ну, типа вот мразь же. Ну, вы посмотрите. Ну, мразь же, да? Так, ну, за... На. Ага, снова не пробил. Снова. О, нет, тут пробил. Но он уже спасся. Как бы по факту, Сабыч сделал свое дело. Но, блин, вы посмотрите, насколько все душно прям происходит. Персонаж прям душни. 30 тысяч. Кстати, нормально так урона я вешаю. Я думал, я поменьше буду данным персонажем отвешивать. Блин, ну только нет, ну не говорите, что меня сейчас добьет только лишь один этот грудничок. Не, так это не работает. Надо хотя бы, чтобы их было, ну, двое, по крайней мере. Блин, ну и сейчас же добьет, да, призрак-то у меня уже работает, да? Да, минус. Одного добил. Не, я считаю, что не так уж все и плохо. Мы добили снова одного персонажа. Это уже какие-то сподвижки, потому что я два раза в подряд добиваю перса. Два раза в подряд. Такое два раза не происходит. Определенно. Кстати, да, я не обратил внимания, но на спецприеме первом Сабыч вешает тоже кровоток. Если так подумать, то мы можем обыграть ситуацию таким образом, то что добить Сабыча, выскакивает Скорпион, мы выбираем Сабдира, бьем, потом наносим кровоток, потом снова бьем, выпускаем Сабыча снова, наносим кровоток. Короче, план далеко не капкан, пройти можно. Пробуем. Вы же верите в меня, да? Я тоже в себя верю, поэтому давайте смотреть. Так, хорошо, поставь лайк, потому что благодаря твоему лайку, возможно, я прямо сейчас пройду этот поединок, и мы двинемся дальше. Все же ждут, когда уже будет 172, а тем более 180. У меня тут вообще планы были до 180 без проблем дойти. А я тут вожусь с этими Сабычами, Скорпионами и так далее, и тому подобное, и так далее, и тому подобное. Ой, нос зачесался. Эхе, и привязка, и, кстати, увечья. Это очень хороший результат. Я бы даже сказал, очень хороший. Я надеюсь, снова сейчас привязка сработает, потому что я хочу уже добивание повесить с огоньком. Эх, как играю, вот пытается издеваться надо мной. Я же вижу, я это вижу невооруженным глазом. Даже когда персонаж без привязочки находится, я же это вижу. Так, блин, ну какого хрена оглушение-то не сработало? Да. Так, спецприем. Мы успеваем его нанести идеально. Просто идеально. Так, вытягиваем. Хорош, отключаем ему сразу же увечьем все. И далее, если сейчас не сработает заморозка, то в принципе это может быть победа. Ну, над одним персонажем. Это понятное дело и так. Не. Слишком многого хочу. Вы прикиньте, у него остается одно здоровье, он еще умудряется что-то нанести.
Да, блин! Ну, серьезно. Я здесь замену делал не для того, чтобы... Хорош. Хорош. Красавчик. Просто красавчик. Так, выпускаем. И в надежде на то, что он сейчас кровоточить начнет и нам по жопе не даст, это было бы шикарно. Так, мы снова наносим кровоток. Отлично. Давай, замена. Замена, хорош. Хорош, как же хорош он. Как же он хорош. Хотел сказать я. Так, кровоток повесили. Отлично, получай, свинья. Ты чё так как инвалид какой-то прибежал? Блин, ну давай. Бах. У него супер-мега-блок, пацаны. Это супер-мега-непробиваемый блок. Так, хорошо, мы успеваем его привязать. Это даже отлично, я бы сказал. И он снова в заморозке. А где мой призрак? А где мой призрак? Его-то нет. Блин, бесит игра, конченая. Все шло идеально. Вот согласитесь, все шло идеально. Просто один гребаный персонаж добил мне весь отряд. Скорпион, уважение. Мое прям уважение. Это настолько бесит, что хочется вот в какой-то момент... взять один большой огромный огурец и засунуть его куда-нибудь. Ну, в общем, я не знаю разработчиков игры Mortal Kombat Mobile, но тому, кто придумал вот эту вот, хотелось бы. Возможно, это когда-нибудь получится сделать. Возможно, когда-нибудь я доберусь до... компания Nezalm Studios. Всякое может быть. Вот мне, я уверен на 100%, есть такие ситуации, где англоязычные игроки, которые живут рядом с разработчиками, их что-то не устраивает. Они приходят к ним, заявляют такие, либо ничего не заявляют. Странная ситуация, конечно. Маловероятно, что что-то заявляют, потому что, зная, где находилась компания Banzai Games, и то, что она находилась в России, скажем так, ну, к ним всякие неадекваты не приходили. Поэтому, в принципе, просто нас не живет там, где находится, скажем так, компания Nezalm Studios Mobile, мобильное подразделение. Так бы мы очень быстро вопросики бы все порешали вместе с этими, скажем так, чувачками, которые портят жизни нам. Нет же. Хорош. Блин, мое уважение. Мое почтение, я бы даже сказал. Вот такого я не ожидал такого, что... давай, персонаж, пожалуйста. Пожалуйста, пробей ей блочину. Спасибо огромнейшее, ты ж замерз, мразь. Да. Так, замена. Рановатая замена. Так, давайте схватим его. И сразу же я снова выберу Скорпиона. Потому что там есть шансы на привязочку. О, здесь шансы были на оглушение. И сейчас мы выхватим спецприемом персонажа. Отключаем ему все. Вроде бы еще не добивали же мне Скорпа. Он же еще выживет. Да, все, он выжил. Так, замена. Так, ой, как я... Как же я схватил-то, блин, почти рядышком, ребят. Все было рядышком достаточно, я почти прошел данного персонажа. А стоп, я на нее отравление повесил, серьезно? Нет, отравление, блядь. Какая же игра мразь, вот серьезно. Ну настолько мразью быть, это такого еще не было. Ну вот чтоб настолько она мразотная была. Так, отключай. Серьезно, что ли? Ну я уже Скорпиона, я Сабыча выбрал, вы прикиньте. Я уже выбрал Сабыча. А она все равно добила. Так, блин. Там в любом случае хана, потому что она восстановила себе конченое все здоровье, и я пройти не могу. Это вот настолько нужно быть мразотной игрой, чтобы включать всякую херню, которую только можно, чтобы я никаким образом не мог пройти этот поединок. Никаким. Оно все включает. Просто все. Все. Если оно видит то, что ты начинаешь побеждать, оно все включает. Защитники того, что здесь все работает по процентам, я смотрю на увечья и вижу эти проценты на постоянной основе. Я даже понять не могу, насколько они шикарно работают.
Что вообще, вот, серьезно, ребят, здесь вот видно сразу же, таланты были придуманы, чтобы они как-то помогали игроку побеждать. Сразу же видно, разработчики не... Ну, не скоты, они помогают. Они просто помогают, это видно невооруженным глазом. Сколько увечий у меня было сработано, сколько костяных щитов у меня было сработано. Ну ладно, про увечья я не совсем прав. Именно костяные щиты. Я просто увечья и костяной щит путаю, потому что там кость нарисована. Значит, щит какой-то костяной. Плюс пробивать нельзя. Ну, логично, все логично. Все логично и просто. Так, здесь замена, оглушение. Надо, кстати, на оглушениях играть и на привязках. Я уверен, в этом-то и есть весь смысл. Так, замена. Вот, посмотрите, снова замена и снова победа. Ну, пока не победа, но теоретически, почти победа, я считаю. Так, вот тут надо сразу же моментально заменяться. Что, блин? Чё за дичь-то? Не, я с этим не согласен, камон, это бред какой-то. Не, я с этим тем более не согласен, это настолько бред. Так, ладно, хорошо. Ну, она ж в любой момент выскочит, логично. Да, блин, я тут замерз. Ну, спасибо, спасибо. Ой, ой, ой. Ой, так, давай, давай, еще не все потеряно. Так, хорошо. Так, мы ее выцепили. Мы на нее повесили отравление. Так. И мы ее добиваем, хотел сказать я, но нет же, ну блядь, ну серьезно. Игра, какая же ты параша. Стоп, а у нее хилка-то не сработала. Это еще не потеря-потерь, оказывается. Так, хорошо, хорошо. Да, блядь, я снова замерз. Не, это уже, это рофл какой-то, серьезно. Это рофл. Это рофл. Просто это идите нахер, игра, ну серьезно. Я все, это последний месяц, который я записываю в говно эту игру. Я в мусорку просто этот аккаунт выброшу, потому что ну, он меня бесить начинает. Типа, чё за дичь? Я почти добил ее. Там оставался только лишь один удар. Да, я не попал в проценты, не отрицаю. Но один только лишь удар. Если бы не заморозка, я бы добил этого персонажа. Дальше бы я использовал смену. Повесил бы кровотечение на Скорпиона. После заменился бы на Скорпиона. И там бы постарался как-то хотя бы какое-то повесить. Ну, я не знаю, хоть что-нибудь. Там мог сработать и костяной щит. Там мог сработать и призрак. Все что угодно. Ни хера не сработало. Спасибо, игра, что ты есть. Ты великолепна. Шансы прям вот такие вот, шикарные. Лучшие шансы. Ладно, давайте открывать наборы. В принципе, здесь больше-то и делать нечего. Поэтому, бля, я не тот набор открыл. Моя голова. Ой, после таких поединков, ой. Я аж раскраснелся, мне кажется, немного, да. Да. Ладно, смотрим. Давно не открывал наборы эти, поэтому, в принципе, интересно, что мне здесь выпадет. А, да, говно. Ну, да, ребят. Печаль ситуация, конечно. Ну, ладно. А, ладно, я сейчас нафармлю уже еще 50 душ сверху, и мы откроем наборы. Ну что ж, ребят, остается один поединок. Ой, поединок, один набор. У меня уже все завязано на поединках, поэтому, да, не обес... Ой, чуть не открыл. Хорошо, что у меня душ не хватает. А то снова бы открыл не тот набор. У меня это постоянно. Я постоянно делаю что-то не то после того, как меня 171-й поединки доводят до ручки. 171-й. Запомню это число, мне кажется, на всю жизнь. 171. Я думаю, многие запомнят это число на всю жизнь, кто смотрит данный ролик. Они такие, 171-й, 171, 171. Башня черного дракона и 171. Это уже взаимосвязанные вещи. Это, скажем так, проблемы 171. Надо, короче, придумать, скажем так, к любой непроходимой... непроходимом бою проблема 171. Вот просто, это реально так. Это вот проблема 171. Я не могу пройти 189 поединок. Это проблема 171. Все, вот как оно. Вот как идея регенерируется.
Скорпион классика, кстати, неплохой персонаж. Мне также по поводу него писали, то что прокачай, попробуй сыграть им. Как вариант, можно, потому что если взять того же Смоука и Скорпиона, на заменах тоже играть с тем же Скорпионом К11, шансы есть. В том плане то, что Смоук дает буст неплохой Скорпиону, он может как-то уклоняться от заморозки. Ну, шансы, конечно, невысокие, но может. И тем самым, конечно, дается неплохой вариант прохождения и, конечно же, в каком-то моменте с добиванием в отряде. В общем, есть плюсы свои, определенно есть. Но все эти плюсы мы уже оставим на завтра. Поэтому 72-й день объявляется закрытым. Ждем 73-го дня, и на 73-й день все будет шикарно. И проблемы 171 у нас больше не будет. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.